Хайога, с вами Шимки. Мы продолжаем проводить игру под названием Морти и призрачный особняк с призраками. Так, окей, у нас, в принципе, остался второй этаж и, по сути, крыша. Охо-хо, спальня, кабинет, ванная, бильярдная, коридор. Ну, давайте начнем с чего-нибудь. Спальня хозяина. Это, походу, сам хозяин, да, комнаты? Так. Нам нужно найти янь, часть, ну, короче, инь-янь. Янь, это, кажется, черная, если не ошибаюсь, спички, мыло и картошку фри. Картошка фри. Картошка фри. Мыло. Мыло. Картошка фри. Мыло. Мыло. Спички. Так, еще одна картошинка. Где-то маленькая-маленькая картошечка спряталась от меня. Куда могла... Нихера у тебя шея вытянулась. Что-то тут не так. Так, еще одна картошечка. Две части спичек. Спички как раз можно будет и найти здесь, мне кажется. Где-то спички пропадают. Вот и они, но было не похоже. Еще одна часть птичек, спичек, спичек. Картошина фри. Спрятали хорошо. Но было немножечко ожидаемо. Путеводитель Джерема Бакета. Во тьме находятся вещи, которые ты ищешь. Найди произведение искусства и взгляни на него. А тогда оно не работало. Круто. Кабинет. Я не знаю, что это. Полотенце, доска, часть велосипеда. Монастырь только загромождено. Наверное, можно и не очень легко спрятать. Так, рыбка, мне нужен аквариум. Колесо, колесо. Еще две части колеса, где-то должна быть такая паутинка, вот она. И вот последняя часть колеса. Вот это непонятно, довольно тяжело будет найти. Меховую часть можно найти, да, вот она как раз. А вот черную палочку я не уверен, но ага, вот она. Меня больше так не обманешь сейчас сами. Так, осталось последний кусок доски и часть полотенца. Часть полотенца нашел сразу, хотя она спрятана. Ванная, поехали. Это херня для вращения, чтобы ввести код от сейфа. Верхушка кровати, рыбка и колокольчик. Не знаю. I don't know this. Уточка в модной шапке для плавания. Так, это может быть как часть какой-то банки. А хотя, не, подожди, она разделена на две части. Если на две, то это уже немножко сложнее. Скорее всего, вот это где-то части, вот она. Где-то верхушечка должна быть вместо банки. Крышки банки. Запчастинка. Для того, чтобы поднять, и там будет кусок. Бильярдная. Как
как раз вот пробка для Кия, херня, рыцарский шлем и шапка. Призрак бильярдника. Ну, походу, это фотки детей разрабов. Подожди. Это инь все-таки, а это янь. Я почему-то думал, что белое вначале, типа инь первое, янь черным. Ну ладно. Пока вижу, надо собирать. Теперь я не вижу. Две части рыцаря надо еще. Две части... Тут где-то должна быть синяя. Вот синяя выделена. Она ярко-синяя. Ну куда можно ярко-синий предмет спрятать? Крышка чего-то. Еще должна быть... Нифига себе. Хорошо спрятали. Так, коридорчик, поехали. Буква open, ножик, бантик, поезд. Бантик будет легко найти. А вот куски поезда, как обычно, создают сложности. Ножик состоит из двух частей. Где-то еще должно быть чистое лезвие. Старая лестница. Старая лестница. Так, хорошо, поезд мы нашли. Часть ножа я нашел. Буковку О нет. Начинаем тогда со спальни и раскидывать вещи. Нету. Шляпа для манекена. Ладно, давайте начнем. Стоп. Халат. Да, полотенце. Пыльное зеркало. Хорошо, эту комнату закрыли. Что я нашел? Ключ. Мыльница с мылом. Велосипед. Где-то еще предмет, который могу... А, стоп. Оно же должно было выплыть, да? Повторяющие неожиданные клики беспокоят призраков. Скорее всего, они скоро покинут это место, однако до тех пор они будут мешать поискам. Извини, призрак. Не хотел побеспокоить тебя. Так, давайте, ладно, со спальни начнем. Затерянная картина. Сейф. Неплохо. Та-та-та, та-та-та.
А чего у меня ключ? Колокольчик. Рыбка. Ладно, пойдемте сюда. Просто не понимаю, чего у меня может быть ключ. Здесь только... Ага, отверстие, но там не доска нужна. Закрытый ящик. Внутри инструментария вы найдете инструменты. Вау. Для чего? На один предмет, какой должен найти, это вот там. Доску. Опа, тихо, лампа. Хорошо. Дверь шкафчика открывается, и внутри вы видите деталь стартера призрачной машины. Неплохо. И кусок доски я вижу. Которая была здесь все это время. Угу. Круто. Круто и неплохо. Типа он... Починив лестницу, вы спустились ее вниз. Теперь путь на чердак открыт. Какая лестница? Алло, какая лестница? Вот и все, и последний у нас чердак остается. Так, западная башня, чердак, восточная башня. Ну, давайте с западной начнем башни. Так, кольцо, леечка, отвертка, гудок. Как-то здесь слишком много вещей, которые просто в глаза тебе бьют. Не очень. Сделали так они эту комнату. Текс. Часть кольца. Чем его можно так объединить, чтобы так запрятать? Плюс две части вот этой херни. О, подсказок мне не так уж и много осталось. Чердачок, грузик, лампочка, щеточка для лица, ножницы. Да, это трубка. Набор косметики. Три части грузика. Это как нужно было грузик так разделить, чтобы получилось еще три части. В
щетка две части. Ножницы одна и две части вот этой. Хорошо, три подсказки я могу взять, в принципе. Ножницы, мне кажется, где-то здесь запрятаны. Где, я не знаю. Давайте возьмем подсказку и кусок щетки, вот это, скорее всего, надо. Да. Не попадет. Восточная. О, призрачная бабка. Бабка. Так, баночка для пауков мне нужна. Череп, труба и сито. Оттенок. Что-то примерно схожее. Так, по одному предмету каждый, да? Давайте возьмем подсказки тогда. Призрачная бабка. Остальное все спрятано. Погнали расставлять. Мука. Жалко, что здесь мини таких игр каких-то нету, типа головоломок. Ладно, непонятно, для чего мука. А, сито. Но мне нужна лейка. Шторы можно обрезать. Это часть трубы. Машина начинает вентилировать систему и выбрасывать детали стартера призрачной машины. Хорошо, я завершил. Бабка. Трубку тебе? Серьезно? Посмотри за занавеской в индийской комнате. Мортимер, наконец-то ты меня нашел. Я уже думал, тебе это не удастся. Вот возьми, эта батарейка, она
последний компонент стартера. Если ты не собрал все компоненты, то тебе нужно немедленно это сделать, используя его в призрачной машине. У меня еще не было возможности испытать. Надеюсь, все получится. Отлично, вы собрали все детали стартера призрачной машины. Найдите машину с их помощью, стартер запустит ее. Сита. Так, я нашел ключ, хорошо. Отличная работа, вы открыли дверь в зал призрачной машины. Я понял. Ну и все, осталась только призрачная машина у нас. Призрачная машина. Воу, машина дяди работает, призраки покидают дом. Ну что ж, Мортимер, похоже, у нас получилось. Мой дом снова очищен от призраков. Я бы не справился без своей помощи. Пойдем выпьем чайку. Я хочу рассказать тебе кое-что важное. Что-то такое, что ты не поверишь. Скоро в продаже величайшее приключение в вашей жизни, Мортимер и Тайм Парадокс. И, короче, временной парадокс. Вы вернетесь только вот когда. Ну, как я и говорил, есть уже другие части игр, поэтому да. Ну, давайте с вами, так сказать, оценим, как обычно. Начнем. Давайте, наверное, начинать всегда с положительных или с минусов? Давайте с положительных, потом всегда с минусов. Во-первых, первый плюс — это то, что мне нравятся игры, где ты сам ходишь, как сам. Ты ходишь, собираешь именно кусочки. Мне нравится именно эти кусочки, а не именно сами объекты, да, вот искать там по тени, искать по слову, искать вот слово написано, ищешь предмет. По кусочкам это довольно прикольно. Это первый плюс именно на сам процесс. И в принципе все. Да. Типа плюс сюжет. Сюжет обычный. Поэтому как-то так. Из минусов, наверное, очень маленькая возможность чего-то либо в плане того, что, ну вот, мы, считайте, с вами прошли, да? Вот, ну да, а чё я отсюда ж начинаю, нихера себе. Ну да, вот дом у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь секций, то есть... И все. Больше в игре такого ничего нет. Продолжительность довольно маленькая. Игра довольно выглядит старо, да, то есть маленькая крошка, оно все завалено всем. И кусочки просто невозможно некоторые найти, потому что они наложатся друг на друга. Хотя мы. Блин, знаете, вот все равно, типа, то, что нельзя найти, да, вот без подсказки. Без подсказки ты здесь не пройдешь. То есть это. Мало контента, это я, наверное, в один минус засуну. Да, в принципе, и все, путеводитель. Он то работал, то не работал. Нужен он, не нужен. Короче, не суть. Один плюс, один минус. Считайте, игра средненького качества. Но есть еще 4 игры впереди данной серии. Посмотрим, как они развиваются. Не завалили они части, где просто искать куски. Может быть, они сделали что-то получше. Здесь, ну, вдруг придумали какой-то улучшенный сюжет.
Там добавили бонусы главы, какие-то достижения в плане там собери без подсказок, собери сам, может быть какое-то усложнение, более открытый мир. Остров секретов, я буду тоже играть, вы увидите, насколько он там масштабный, вы просто поймете, что там прикольно, потому что там будет и сюжет, там будет все. Здесь пока что такого данного нету. Есть сюжет в плане двух картинок, вот тебе две картинки с комикса. Дальше иди ищи сам. Одет его довольно похоже был на этого. Из, если вы знаете этот чай, Добрый вечер, или как он там называется, где этот мужик типа гном живет в чайнике. Ну не в чайнике, а в кружке. Ну и в принципе как бы все, поэтому ребятки, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, тут даже по сути, если не ошибаюсь, ладно, не было автора в плане титров, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, встречаемся в других подобных играх и в другой серии игр данной серии, поэтому всем пока.